Всем привет! Продолжаем бродить по залам главного штаба в Санкт-Петербурге, рассматривать картины. В саду Пьер-Огюст Ренуар, 1885 год, холст масла 170×112. Одна из значительных работ Ренуара была создана в 1885 году и несет на себе явный оттенок автобиографичности художника. 21 марта 1885 года Алина Шариго родила Ренуару первенца, и фактически с этого момента у них началась настоящая семейная жизнь. На картине изображен решительный момент объяснения в любви. Мужчина явно предложил свою любимую руку и сердце. Уже сказаны все слова, и он ждет решения девушки. Девушка же запечатлена в момент принятия решения. Она имеет несколько растерянный и задумчивый вид. Моделями для этой картины послужила сама Алина Шариго и молодой, на тот момент ему было 23 года, французский художник Анри Лоран Дерусо. Известен небольшой этюд, набросок этой картины, который находится в частной коллекции. Там изображены голова и плечи персонажей, причем зеркально по отношению к последующей картине. Картина долгое время находилась в собственности Ренуара и нигде не выставлялась, оставаясь практически неизвестной. 7 декабря 1901 года была выкуплена Дюран Рюэлем у художника за 10 тысяч франков. Через 2 года ее за 50 тысяч франков купил немецкий коллекционер Отто Герстенберг. Во время Второй мировой войны была захвачена советскими войсками, отправлена в СССР в счет репараций. Долгое время хранилась в запасниках Государственного Эрмитажа и впервые была показана публике лишь в 1995 году на Эрмитажной выставке трофейного искусства. Выставляется в здании главного штаба. Пока-пока, до свидания. Вот такое описание к работе Пьера-Огюста Ренуара «В саду» я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания.